ходе боевых действий на Купянском направлении разведкой группировки войск «Запад» скрыто перемещение военной техники 102-й отдельной бригады территориальной обороны. Огнем из гаубиц М-100С под командованием начальника расчета сержанта Андрея Прохорова уничтожена одна боевая машина пехоты в районе Кисловки. Кроме того, в районе населенного пункта Роднянская огнем из реактивной системы залпового огня «Град» под командованием младшего сержанта Ивана Прозорова уничтожена вражеская реактивная установка «Град». Кроме этого, сорваны две попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях, а также уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа и два минометных расчета в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армии. Средствами противовоздушной обороны, огнем из зенитно-ракетного комплекса «ТОР» уничтожен разведывательный беспилотно-летательный аппарат «Эльф».